Друзья, всем огромный привет! Рад видеть вас на своем канале. Приехал на загрузку, на улице уже поздно, есть немного свободного времени. Решил немножко поуютнее сделать спальное место. А прежде чем начнем, поддержите канал лайком, подписывайтесь на канал. Поехали! Вот, ребята, есть такое покрывало или коврик. И решил сделать заднюю стенку с него. Такое красивое. Вот я уже начал делать. Немного подоткнуть под панель. И такая красота у нас будет. Если будет плохо держаться, пройдемся с степлером аккуратненько везде по краям. И разрежем. И если нам будет всего хватать, сделаем на спалку такой покрывало офигенное, классное. Сейчас буду немножко... Я взял вот такой вот, как шпатель, или как его называют, от тонировки. И вот этот шов засовываю. Соединение. Заталкиваю. И вот так аккуратно оно встает. Вроде держится, но сейчас, если не будет держаться, будем степлером сверху стараться аккуратненько пройти. Сейчас до конца дойду и покажу, что у меня получается. Вот такая красота у нас, друзья, получается. Оно сливается. Вот здесь уже получается... Заканчивается, идет вверх, как будто это единое. Красиво здесь еще не доделал. Сейчас надо доделать. Хотел поворот сделать. Придется, наверное, резать вот здесь, чтобы поставить. Эту стенку, наверное, такую оставим. Здесь у меня канистр стоит, сумка лежит с водой, канистр. Эту сейчас заделаем и, скорее всего, подрежем. А тут, возможно, будет свисать. Вот так вот. Ну, сейчас она все сморщена, потом выровняется. Будет одна единая, как целая, до пола. Так, хоп, поднял. Там уже у меня ничего нет, холодильник все убрал. И так. Ну, посмотрим. Сейчас доделаем вот это. Все заправим. И, может, где-нибудь вот здесь так поставим приклепочки. Степлером, чтобы уже не стягивалось, когда садись. Будет аккуратненько, чистенько. И продолжим. Ну вот, ребят, дело к концу. Аккуратненько степлером прошли. Они провалились, даже не видно. Так вот, аккуратненько сейчас здесь тоже ставим, подрежем. Не знаю, посмотрим, может, вот это отдельно сделаем сюда. Не хотел соединять. Такая красота получается у нас. Шикарно. Супер. Ну, продолжим. Ну, вот такая, друзья, у нас красота получилась. Все аккуратненько сделали. Вот здесь пустили. Опустил до пола. Как раз все закрылось. Шикарно получилось. Ту стенку оставил также, потому что там фонарик, прикуриватель 12 вольт. Телефон можно, когда лежишь, подзарядить. И здесь вот так вот сделали. Канистру держит, как канистру вставляешь, чтобы не упало ничего. Вот так вот у нас красотища получилась. Шикарно. Мне нравится. Классно. Ну все, ребят, вот так вот скоротали вечер в ожидании погрузки. Всем спасибо, кто смотрит, кто поддерживает канал. Ставьте лайки, поддержите канал, подписывайтесь обязательно. Всем пока, до новых встреч, хорошего настроения. Шершавой дорожки.